Так, сейчас будет мобы, блядь. Сука, а ему зайти что ли надо будет сюда? Блять, я вот не помню. Ладно, давай кипнем тогда. А, нет, все, спускаются, заебись. Ну и все, маму пусть. Просто собирается. Смотрите, не бейте раньше танка, на то вы рвалитесь. Слава, слава, блядь, откисаешь, Алёна. Чё, под контролем, ёбаный. О, даже похавать можно. А я хаваю, мне похуй. Бля, в геле тут репу дают. Тут нет. О, видосокет какой-то выпал. Ну, чертеж. Да, кстати, насчет видосокета убить. Тут надо будет выбежать из этой пачки. Ой-ой-ой. Смотрите осторожно, там если вихрь начнет крутиться, великий, можете сдохнуть. Вот бежали на. А? Шнурки сдох. Ну как, вихрь? Нормально? Вот я сгорел. Так долго. Надо было. Хорошо, будет вихрь сдохнуть. Смотрите осторожнее там, нахуй. Выбегайте с вихря, алло, блин. Можно. Чтоб бить мобов, надо быть живыми, ребята. Ну сука, ебаный рот. Вы чё вагонного? ГЦ нахуй. Бейте все, кто живые, эту хуйню. У вас только один хэпал, блядь. Станом станется, кстати, это параш. В них и без, да? Понятно, блядь. ГЦ, блядь. Да на мне все веселее. Тестер, фигер. Да кого тут хилят, тут все отъезжают. Да все, сейчас мобов этих добиваем. Фонда. Нормально. Или... Идите к шкафу, блядь. Тыкните, может кого-то эти сунуть. Заманите танк, похвала. Еще идут, еще идут. Понятно, идут. Все, кто сдохли, покидайте тело, пошли, пошли, заходим. Или лежать, блять, вас никто там не весит. Пидорас, no, ой. No. Все упали там. Пошли, бежим, блять. Капитан, блять, быстрее покидай тело, показываю, куда бежать надо. Давай, давай, давай. Быстрее, 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 быстрее. Все, кто знает, бежим. Капитан, жду тебя наверху. Телепортируйтесь. Пахлан, ты уже тут? Сделал, сумоньте. Сейчас добежим. Так, капитан, блядь. Ты где? Вот он. Вот смотри. Так, я тут. Вот налево там проф, вон зеленую хуйню, видишь, зеленый огонь. На прямо это будет лана, нахуй, там вот это кровь по трубочке будет, кровавая хуйня. Иди за мной, за звездой. Сумоняйте? Да, а направо вот здесь мы бежим, вот здесь синяя хуйня, видишь? Это будет синдра здесь с валькой. Вот три квартала здесь. Когда три босса эти квартальные убьют, сейчас синдру убьем, будет открыт в центре вот этого столба, там будет открыт телепорт к личу, блядь. Вот и все. Вот и все, а мы сейчас куда, к Синдре, да, шли? Мы к Синдре. А ну вот, я сюда и хотел изначально пойти.
это еще раз особое внимание. Там будут мобы вот эти с вихрями, блять. Во-первых, сейчас их разведем в две стороны, две пачки будет. Когда вихрь начинается кастовать эти мобы, блять, танки стоят, а милики, шнурки, мурбонд, бета-тестер отбегают, блять, от вихря, чтобы не сдохли, блять. Шнурки сдохло, ДПСа нету, нахуй, и все, мы легли просто, блять. Как в старом видосе, да? Я как прочитал, как скилл работает, сразу понял, надо уворачиваться. Уворачиваться обязательно. Вон он, лифт. Только смотри, не упади там. Ну, в принципе, у нас есть это замедленное падение. Ой, че это? А, ну у меня есть замедленное, так что я полетел. Ну, самолете, да? А что, заново, да, сейчас это хуйня? Не заходите, самолет. Да, мы сейчас, мы спрыгнули в лифт, мы сейчас тебя суманем. Подбежим только. Наверх подняться. Сука. Не успел чуть-чуть. Лох получается. Херово. Слишком медленно падал. Быстрее катитесь сюда на лифте, блядь. Тут рыба уже стоит. Сейчас. Ну тут мат нахуй чисто на приколе. Давай столовка шкаф. Я поел уже, потом ешь. И у меня это пахла на спину. Спустился, поднялся, спустился. Смотрите, только не затыкайте рыбу, чтобы палу тоже похавать было. Суманить? Ну сейчас суманем уже, не очкую. Просто челики рыбу решили похавать сначала. Базу три тебе. Тыкайте на эту хуйню, на сумон, блядь, на эту парашу. На пахлава натыкаю, там кто-то портиэль, тыкайте. Ёбаный покос. Тыкните, ну, блядь. Ой, блядь. Жрите рыбу. Убав. Даю просто баф. Ёбаный рот, нахуй. Вот вам танки метки, нахуй. Когда эти черви пойдут с разных сторон, вы держите один везде, один в кружке, блять. Кто где хотите. Все, пошли, заходим сюда. Хули сидеть уже, пошли. Время, время, блять, ребята. Сегодня, блядь, 25-ки ебашить. Проходки, блядь, целка 25-ку вечером пойду, блядь. У тебя столовка что сегодня? А, сегодня вечером целка. У меня грульмагик и ВК-25. Ну это у меня вечерний день. Грульмагик у тебя. У меня вчера грульмагик был. Мы завтра целка идем. Все, этих пауков просто уешь, мы будем смотреть, чтобы танки набрали агро. А что сегодня по РТ будет? В Гринхилле? В Гринхилле, да. Должно быть... Гроумаги ХМ. Да, проходки. Не, на приста надо проходки. Ты еще не сделал? Блять, да у меня... Я, блядь, видишь, сутки трое работаю, и когда допронос ебаный, нахуй, я бы уже давно сделал, если бы сутки трое не работал. И когда допронос, да, такая же хуйня. Вот тоже в среду был допронос, нахуй, всем там сделали, считай, мне не было. Ну, я, в принципе, как бы не обижаюсь, хули тут, нахуй, под одного не подстроятся все, блядь. Просто, блядь, печально. Но у меня на допронос трех прессах, сразу. У меня на трех прессах уже есть проходка, мне вообще, ну, похую, блядь. Я просто могу ДКшником там пойти и все. Мне тут ДКшником прийти, я не знаю, 1-2-1-2 тыкать, нахуй, и смотрите. Что, зависли? Нет. Да. У меня да. Нет. Кто завис, развисайте, потом зайдете. Надеюсь, мобы не перезапустятся. Но если перезапустится, плохо, еще раз побьем. Нас лайк лича уебать. Блять, хотелось бы, нахуй, сейчас на синдру посмотрим. Так, блядь, что, если мы все понерфлено, то тут нехуй вообще закрывать. Не сводите алло. Мобов, алё. Алё. Это, кто вылетел, не заходить. Галя, отходим. Ну, блядь, ну... Джан, чё ты там? Я хуй знает. Отходите. Блядь, ну вы пиздец, ребята, нахуй. Вылетели. А, это танки вылетели. Пахлан, ты хоть здесь? Я здесь. Танкуй, короче, собирай мобов тех тоже. Все, кто живые, остаемся здесь, давайте живем, блядь. От мобов отошли, они крутят вихрь, все отошли от мобов, блядь. Дальше это едет.
Да, тут пиздец, ну. Пробуем, пробуем, живем. Давайте. Стройки. Да, нахуй ты ко всем этого моба. РДДшник. Понятно. А что происходит? Чё у нас танк водит их? Потому что они крутятся в куче, блядь. И я, блядь, таких пиздов от трех крутилок получаю, ебать. Кто сдох? Пиздов, он говорит, не сдох. Ну я и вожу. Столовка, тебе чёрт, это сложно, что ли, поворачиваться? Столовка на старости лет, блядь, бухой. Я хуй знаю, мне похуй, я бы их в центре держал бы. Ну, вообще, блядь, посрать. Пизда. Ты бы откис, нахуй, ёбан, блядь. Да нихуя я бы не откис, ну, блядь. Да, блядь. Там нахуй танк жесткий. Вон вам джанг, блядь, в центре привозит. Кто там дамаг получает, кроме танков, нахуй? Давайте как-то меньше получайте дамага, блядь, чё же, блядь. Ебался хит. Он good health сдох, нет? Меня бы меня выкинуло. Да их выкинуло. Я зашел уже мертвый. Выкинуло. Все, кто живые, продолжаем бой, блядь. Давайте, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жуков, нахуй, старайтесь агрить со всех сторон, нахуй, блядь. Бежим, нахуй. Кто сдох, Дома. Покидаем тело, бежим, нахуй, не ебланим. Я вообще в ахуе, короче. Кто там, Баратель, ты там? Хиль давай, там, не проебись. Блять, если чё, массакру, не зыбку, нахуй, всё нажимайте. Крутильщиков убили, да? Угу. Я уже на лифте спускаюсь, терпите, парни. Не зыбку, всю хуйню там, руки по себе дай, пахлаван. Блять, сдохнуть. Я дал ему делать. Кроме как терпеть. Ну хули, нахуй. Да ещё, видишь, выкидывай. Маша, приз вроде, да, живой? Если... Да, приз далеко. Если, братья, живой там, нахуй, то должно быть нормально. Если дамаг нормально, получаете, нормально. Блядь, мрбон, там все вот эти милики, подбегайте сразу, иначе, блядь, пизда будет. Опять ляжем, опять с нуля бить будем. Не кастует, кстати, какую хуйню. Ну, все, столовка минус. А хуля, кастуют... от ОУЕшки ебаные умер. Они какую-то хуйню кастуют, короче, в рандомные там... цели. Такое это, задувку такую. Понятно, хули, блядь. Да. Все ясно. О, ожерелье, ебать. О, все, трэш убили. ГЦ нахуй, бля. За это надо... Самого сложного босса прошли. За это еще один надо давать. Синдра легкий босс. Легкий босс. Единственное, что там надо будет. Кто не знает тактику нахуй? РДД хилы есть такие? Милики. Я плюсик напишу. Я что-то напишу. Помню, что тут за... Бо, да, минус. Надо будет стоять в какой-то момент. Короче, бета-тестер, блядь. Где дебаф... Красный Орда, там Холод Трона, вот эта залупа, там будет обморожение стаки, нахуй. 3 стака, 4 набрал, стопаешь, убираешь автоатаку, все, что тебе надо знать, блядь. Отбегать, прибегать, там все увидишь. Звезда на мне стоит, блядь, все будет заебись. Дальше, хилы РДД знаю. Танки, джанки, стоишь ебланишь, пахлаван танчишь босса. Джанки. Я думаю, может, пусть он первую фазу он танчит, а я потом... Слушай... Я, знаешь, у меня гора просто резистки нихуя нет. Да забей хуй, ну рога на пулец пола. Если что, люди стопнут, тут недавно сидят. Это ладно, самое, ладно. Ты будешь танчить, почему? Потому что ты себе дашь фридом, когда... Ебать, прохильте нахуй, хилы, ёб твою мать. А там дракончики жестко бьют. Смотрите, не упадите, там прожимки нажимаете, если что. Гнев небес дайте. Кого вы там бьете уже тут? Дракончик? Это один стак дракончиков. Ебать. Они жесткие, они жесткие. Так что осторожно. Блять, я вот не понимаю, дебаф на вероятность уклонения есть, а баф на урон увеличенный нету, нахуй. Как это? Так потому что это анбаф. Его нету. Сесть на сервисе, нахуй нужен. Если был бы этот баф, мы бы уже нахуй. 3 лича убили бы нахуй, 10 оба нахуй, отвечаю, блядь. Ну, по крайней мере, если было бы 30%. А баф же вроде появлялся потом, типа, когда вначале нормально, а потом облегчили. На офис сначала не было бафа. Или, по-моему, не было, потом сделали баф 5%. Да-да-да, и так каждую неделю добавляли. А потом, я уже не помню, блядь. Я потому что игроки ныли постоянно, я типа, ссылка, жутко, жутко. Когда первое в мире убили лича, вот этот баф давал всего 5% всей этой хуйни. А потом уже, когда никто закрыть не мог, нахуй, ну хули,
Там пиздец такая сыгранность нужна была. Потом уже, блядь, наныли, что это самое. 30% сделать это плохо. А, да, в этом еще инсте сыгранность надо. Да, блядь. Сейчас увидим, блядь. Так, Хриптохруста первым будем бить. Ведешь его сюда. Пахлаван, знаешь, да, как за столбом прятаться? Сейчас покажешь лежанку. Почему Хриптохруста первым не занимает? Мне похуй. В принципе, потому что того еще нету, нахуй. Ну, так хочешь того, давай. Давай того сейчас, похуй вообще. Давай того первым. Все, вот прилетает моб. Опа, сюда, сука. Кстати, сегодня реп уходил. Короче, 264-й огнестрел какой-то танковский выпал, боешный. Ну. Мне сегодня сумки он выпал. И не объем, пошли все бьем. А тут что? Тут только с... Он когда взлетит, будет это, кидаться шарик, просто из него из лужи надо будет выходить и все, блядь. Три хила будем на синдре. А что, тебе лечь сложно, нет? По... Про хилу имеется в виду. Конечно. Жестче, чем он отель да, была. Да, жестче. Ты охуеешь. Мы в 2 хила. Блять, я думаю, мы синдру лича в 3, скорее всего. Блядь. Лич легче, чем Ланатель. Тогда проблем нет. Там, по-моему, будет вешаться дебаф, и я должен буду всех просчитывать, да? Это... Я давно не был. Отбегайте с руны синий. Я тебе буду помогать, мы в 20, скорее всего, будем. Не, вернее, не так я сказал. Лич легче, чем синдра. Вот так. Вот это правда. Ну, блядь, сейчас придем и увидим, блядь. У нас времени не так много, сейчас еще надо синдру нахуй убить. С ДПСом хуй. Я думаю, стопудово 3 хила там надо будет там. Это самое пахлаван. Ну, короче, там джанг будет танчить, скорее всего, вторую фазу. Вот. Первый он, наверное. Да и вторую. Чего? Короче, у него две фазы. Три фазы. Это самое. Вторая, где вальки будут. Ты это самое. Знаешь, какой момент? А, ты про лича. Да. Это самое. Там будешь смотреть этот, как он. Я в любом случае на этих буду сидеть. Короче, Славик, за жнецом. Ты мне сейчас хоронить на ауке 100к стоит. Заебись. Блядь, делать нормально. А там, да, пусть сам танчит, вводит, че. Под вальки. Учится пусть. Хриптохруста веди, короче, наверх. Все наверх за звездой пошли. Да. Блять. Короче, будем уходить, будем захиливаться и потом уже еще раз запускать. Я не помню, как здесь работает. Короче, веди сюда. От фера прячемся. Короче, вот здесь поставишь босса Хриптохруста, вот сюда, возле звезды, вот здесь поставь. Все остальные от фера, когда Хриптохруст фирка стоит. Вот сюда, подожди, сюда заводите. В проход ведите в проем. Да похуй, хоть в проход, хоть куда. Короче, когда. Потому что там вылезет синдра, чтобы мы здесь были. Да, это самое. От фера можно за стенкой прятаться. Все, бейте, короче, пока. Все, повели его к профу нахуй. Давай, пошли к профу с ним, блядь. Я шучу. Не-не, здесь бьем. Я шучу, блядь. Ебать. Вот смотри, сейчас за стенкой прячемся, блядь. Опа. Сейчас он вставать будет. Фера не получится. Опа. Нету фера. Красавчики. А кто с фером, блядь? Как дела, блядь? Ну это танк, его понять можно. Сейчас еще парочку феров, наверное. Так, фир. Опа, не сныкались, блядь, пацаны, блядь. А, я жезлом побью, блядь. Так, ну у нас полчасика где-то остается. Джан, короче, на этом боссе сейчас просто будешь со всеми миликами бегать. Бить, только бей аккуратно, не во льду. Крови, короче, бей. Потом в лед переключишь, когда будет вторая фаза, когда будем с тобой меняться. Ну, лучше ему во льду быть, просто не сорви агрос танка. Сейчас готовится. Ну, либо пусть, да, аккуратно бьет, как бы, но... Так, посмотрим. Захиливаемся. Кучку все встаньте, куда побежали. На нахуй. ГЦ, блядь, резаемся.
купцы, зачем нужны? Вот эту хуйню, кстати, надо будет с пула захилить. Как мы это сделаем, блядь? С пула вроде хавы бы садятся. Сакру прожмем. Ну это билики будут хавать, блядь. Ну, да, да. Все ерунды, хилы все хавают. Резайте людей, резайте хилов. Мы тут сзади лежим, я вон сзади. В смысле, резайте людей, тут, блядь, портал рядом. Здрасте. А, да? Точно, я забыл. Выберите свой путь. Путь гуся, нахуй. Ну, какой нахуй путь, блядь, у меня забагалось, я кольца не вижу. Так, значит, ставлю метки. Значит, глыбы. Будем ставить в две метки. Череп-крестик. Пахлаван, ну ты, короче, поставишь босса. Mm-hmm. Ну, короче, чтобы вот тут край был кружка красного под боссом. Вот. Сюда будет... Я там ее и поймаю, да. Да, да. Сюда будет ставиться глыба на третьей фазе. Вот. Ну тут, в принципе, освобожденка по этим бьет по себе. Все, давайте резать ману, даю просто баб. Да. Первую влево же куда-то вниз. Ну, которая на третьей будет фазе. Нет, все под босс. Все под босс? Зачем? Да. Сука, сказал под босса без вопросов, блядь. Не бейтесь, блядь. Все под босс. Танк. Короче, ты сокрот бьешь по-любому на этом боссе. И оставляешь свои сейвы, типа зеленки, там еще что-то есть. Под дыхание босса. Понял? Так что там. Особенно когда фаза будет, когда мы будем стоп постоянно меняться себе, там надо все сейвы прожимать тоже. Сейчас, короче, я сюда ближе поставлю этот самый рыбу. Оставалось, блядь, не с пулей, надеюсь. Бля, как заебись, что я Фрост Резер шмотки собрал. Да, это самое. Поставил вот тут рыбу, смотрите, между крестиком и черепом. Когда спустимся вниз, все, кроме хилов и танков, садитесь жрать эту рыбу, чтобы во время спуска босса жрали. Вот. И сейчас, короче, прежде чем запустить, мы еще развешиваем обновление, побольше захилим. Есть у кого сопрот? Точно, сопрот же надо пить. У меня есть сопрот. Да, кстати, good, давайте сопрот. Help. Поставь ауру сосредоточения здесь. Где? Сопроты, да, надо пить. Сопроты, да, пьем сопроты, у кого есть. У кого нету, обмен звезде. И масло мажем. И лапать на этом. Лапку, да. Лапку резист бафни у кого-то. Так, шнурки. Сопроты все там на будущее закупите, штук 50. У кого еще сопрот надо? Масса последняя рука. Так. Смотрите. Когда спуск будет, будет большой дамаг по рейду. Вот. Короче, ладно. Проверка готовности. Все принимаем. Капитан. Вылетел. Вылетел, ждем. Ебаный рот. Параша ебаная. Блин, где смотреть свое сопротивление? Я не могу найти. Ну, персонажа открываешь, и там, блядь, вот где... А, вот. Ну, 492, я думал, да, класс. Конечно. Так, все, я зашел. Капитан зашел, от Жанка нету. Ты какой в пизду ебать? Репофарма такая бичевская хуйня, блядь. Мы уже сколько репы, блядь. Мы сейчас, если сейчас закроем, мы, блядь, скорее всего, уважение апнем, блядь. Так, еще раз проверку даю. Так, все готовы. Сейчас, давай обновление накидываем. Накидываем обновление. Дайте инту. Дай интеллект, Роман. Все, Пахлаван, иди запускай. Запускай. Все сели рыбу жрать. Ну, кроме хилов вроде. Да, кроме хилов. Все, пошел. Захилим, захилим, спамим. Все, пошли. Все, ебашим.
Все, ДПС на пул по боссу. Так, ну ты на счетах все эти исповеди покидаем. И ему вышку. Так. Эмербонд, Галя, бета-тестер. Смотрим за обморожением. 400 стоп ДПС. Эмербонд. За ХП за своим смотрим. Внимательно. От этого зависит вайп. Можно выпадать. Кстати, капитан, на тебе этот исповедь. Отбегаем. Вот это, кстати, забыл рассказать. От этой хуни надо отбегать. Хорош. Освобожденка, кто там? Обморожение, ты чё? Ну, блядь, бета-тестер нахуй. Освобожденка тоже стопаем. Сейчас две глыбы. Во-первых, на фул захилить. Давай, какие щитки, всю эту хуйню продолжаем кидать. На мне глыба, я в крестик, ты в череп. Отошли от нас метров 15. Отошли, сука. Все, разобьет творожок глыбы. Творожок, вставай, это самое, сейчас на тебе метку дам, прячься. За квадратом смотрим, кто ну. Мысли я, блядь, разобью, но. Ты подбиваешь. Никто остальные не бьет. Отойдите. Захиливаем людей, если что. Право. Сколько глыб упало? Третья летит сейчас еще? Третья, все, да, выбивай. Четвертая, последняя еще будет. Никого, а, нихуя, не бей, не бейте. А какого хуя она за нас упала, алло? Все, захилимся, тихо, на. Захилимся. Она не шотает, кстати, Слава. Ну, не блядь, шотает, в обычке да. Не шотает, на. Все, блядь, дальше бьем, все то же самое. Внимательнее за освобожденкой и стаками обморожения смотрим. Сколько хп у босса? У босса дохуя хп, смотрите. Так что не все так охуенно, как вы думали. Вот этот самый бета-тестер, блядь, сдохнешь, ну. Сколько на тебе стаков? Да я не бил, что ты начинаешь, я отвернулся, блядь. Она просто пнула меня. Смотрите, осторожно. Так ты пожалуйста, не стой ты... в хвосте, нахуй. Я тебе покажу, где стоять. Сюда встань, крестик. Крестик встань, отсюда достаешь. Под лицо не подходит. Встаньте я в крестик, бил, нахуй, милики. Я отсюда достаю посохом, нахуй. Все, отбегаем. Ну, вот этот враг. Чё он там? Не отбежал. Хорошо тут не шопим, блядь. Здорово всем. Здорово. Мы немножко заняты, там не отвлекаемся. Так, захиливаем всех. Крест в череп встаём. То же самое. Да. Давай, ты в крест, я в череп. Так же квадрат. Там не отойди оттуда, блядь. Четыре глыбы. Выбить его сразу. Да, разобьете там. За творожком бегайте, квадратный поставил. Бета-тестер, нахуй. Глаза разуй. Я выбивал типа. Выбил. Ёбаные бичи, блядь. Я в ахуе, нахуй. Капитан нефть, какие у тебя проблемы, блядь? Квадрат не видно или что, блядь? Я забыл, что надо отбегать. Охуели, что ли, блядь? Стоп. Что сливать? Пиздец, у нас бейров нету, чтобы так блядь, вести себя. Ну, короче, ладно, со следующего трая смотрите внимательно. Он сказал, он тактики короче, не знает. Короче, разворачивай в рейд, падаем. В смысле? Один маг — это хуйня, Слава. Мне похуй, блядь. Три кадепаса, блядь, ты чё, угораешь? Похую вообще, разворачивай, падаем. Слава, нахуя? Блядь, быстрее будет, нахуй. Мы дольше его мутузить сейчас будем пытаться. У него три кадепаса, блядь, тут, ты чё? Разворачивайте, падаем, нахуй. Вставайте под морду, разворачивай пахлаван. Убираем, занимаетесь, блять, через 14 минут дискон, блять, вы нахуй разворачиваемся, падаем. Давайте падаем нахуй. Кстати, Бесса, меня даже не шокало. Да люди потренировались бы пока. Сейчас, может, вы убили. Сейчас потренируетесь следующего раза, нахуй. Беги, малышка, беги. Метки синие, которые над головой у людей, вот мы в крест череп бежим, две метки относим. Я говорю, отбежать от этих людей на 15 метров, нахуй. Кто сейчас заморозился лишний? Черик, как? Маг, нахуй? Маг, нахуй. 30 метров, нахуй, для тебя, блядь, лично. Отбегаешь. Ну, ты тут первый раз. И еще, блядь. 4 бомбы падает. 4, не 3. Когда падают бомбы, нужно находиться за глыбой, на прямой линии, чтобы была синий кружок на полу, который Синдра пускает на пол. И за глыбой нужно находиться на прямой линии, чтобы между вами и синим кружком была глыба, нахуй. Тогда вы не получите урона, блядь. Все, кто получает урона, блядь,
Я специально ставлю, потому что это меня в глыбу два раза брало. Специально ставлю на чудо-творожка, блядь, который челик не нуб, нахуй. На него ставлю квадрат, блядь. Если вы не можете увидеть, нахуй, стойте тупо в квадрате, нахуй. Все, жрем рыбу. Так, что вы говорите, ребут там, да? Ну все, это самое, это трай. И, скорее всего... Я не знаю, у кого там сколько времени есть. Джанк, у меня еще час 20. Джанк, ты мне, по-моему, писал, что ты до 12 или до скольки ты, блядь, там. Или до... До скольки ты будешь. Ну вот. Джанк, один... Лича разъебать, короче, алло, мы... нахуй. Какой лич, нахуй? Смотрите. А, ну на 20... Ну все равно будет расход. Смотрите, сейчас у нас последний трай, так что бафаемся, жрем, где рыба. Давайте, да в смысле, 20 минут как раз похавать, нахуй, вся хуйня, это пронести это говно, чё прикалывать, одного ебаного лича оставлять, там, что ли? Там потом РТ просто. Я на работу. Ну, блять, у тебя во сколько, ребят? РТ? Ну, там 20 минут отдохнешь как раз, чё? Там и на работу некоторые ходят, это самое. Смотрите, давайте сейчас определимся. Завтра кто сможет? В 8, в 9 по МСК давайте. Все смогут, смотрите, так. Джанки не сможет, это уже минус. Значит, суббота... А что у нас суббота? Какой день сейчас, я посмотрю. Так завтра суббота. Так, тогда понедельник. Понедельник, смотрите все, проверяйте там графики работы. Джанки. Понедельник. Все, я могу, Джанки может, остальные. Кто не может, сразу сообщите быстрее. Во сколько, во сколько? Понедельник минус 9 по МСК где-то. Вторник. Вторник. Короче, я знаю. Да ебанина, блядь, узнавать, кто сейчас может. У каждого может план. Блядь. Короче, сейчас могу я на замену прийти кому-нибудь. Короче, мы сейчас трай даем, блядь. Да, давай. Что-то рыбы нихуя не вижу, нахуй. Да вообще, блядь, падать, поставить. Это глупо было, нахуй. Да хули глупо, нахуй. Я тебе говорю, мы бы не убили, блядь. Жрите рыбу, вот это сверху получше. И сразу, это баф только рыбы появится, сразу беги запускай. Вы садитесь, есть, чё, куда вы пошли? Мак, поставь стол. Все, идем, запускаем. А, то есть вы хотите баф... А, ну... Ну, три хила прокидывали. Встали в кучу, захиливать. Сакру отдали. Так, захилились, убьем. Босс очень простой, блядь. Можно с этого трая убить. Главное, чтобы никому не упасть. Шнурки немного тормознили по вас. Так, good health, так, понятно, лайпаемся, ну, теперь без хила. Ну, хуй знает, хули тут без хила делать. Я на сапогах бежал, ребят, не знаю. Как ты мог на сапогах до сюда добежать, скажи мне? Не знаю, говорю, я прожал сапоги и побежал. Ну, короче, понятно, ну. Короче, понятно, блядь, это самое, ну... Я не знаю, в принципе, любые дни, кроме воскресенья, буду смотреть, там, не знаю, может кто-то желающий появится, Синдрус с этим убить. Ты капитан Некс, вот видишь, у тебя на под... появляется, вот, вот, вот за мной смотрите, похвала, видите, я за глыбкой прячусь. В соответствии с направлением, блядь, падения снаряда. Вот он в центре, я так спрятался, чтобы глыба меня защитила, блядь. В этом фишка этой фазы. Четыре глыбы падают, на третью глыбу уже начинаете сливать эту глыбу, выпуская человека. Когда четвертая падает, соответственно, танк уже там стоит, ловит босса и так далее, и тому подобное. Чё с ним, блин? У вас кто-то конкретный фейлит или больше на очередь человека? Да back, никто, блин, ничего не фейлит. Все нормально. Гавайя на вас нету, нах. Просто пришли к Синдре, нах, а там, пока она притягивает, нах, она тебе уже начинает каст. И Ослайк. Мы убегаем, блядь. Гавайя на них нету, но. Тоже такой момент есть с притяжкой, вот это общее, да. Вот она всех притягивает.
и вам нужно, я не знаю, вообще не втыкать. И... Там самый лучший варик — это ближе к боссу подходить, чтобы тот время, пока ты летишь к центру босса, это меньше времени прошло каста. Вот, накастуй там 5 секунд. Грубо говоря, если ты далеко от босса стоишь, поэтому ты, пока летишь, из-за этого она... ты долго летишь, да, и из-за этого у тебя меньше уже времени босс... отбежать. Да, да, меньше времени отбежать остается. Она. То есть единственный варик — это возле босса стоять в мелизоне. Не прям вплотную, но близко достаточно стоять надо. Чтобы только притянул, сразу убегаешь, и все, ты успеваешь спокойно. Даже без, блядь, чарок, живучий скалкара можно убежать из всего остального. Главное не затупить просто. Выбрать резко направление нужно, то бишь к лестнице, и убегать к лестнице, все. Короче, не знаю, столовка, у тебя что по дням рабочим? Да, блядь, я во вторник, в среду только могу. Короче, сегодня, на сегодня это все, нахуй. Тут уже нехуй делать, тут люди расходятся. Я на самом деле в шоке, что мы просто... На самом деле, зря ты тот вайб сделал, типа, ну. Не, да ты чё, блядь? А зря, там, зря, там я тебе говорю. Там стопудовый вайб был, нахуй, ты чё, блядь, убираешь? Да почему 100 пудов? У нас нормальный ДПС был. Слава, какой нахуй вайб? Ты видишь, как оно урезано в говно? Этот инс до 235-х, ебать. Да тут ебать. Явно все это видно, нахуй. Ну, блядь. А вторую фазу ты видел, как люди играют? Не видел. Я тоже не видел, блядь. Посмотрели бы. Ну, блядь. Я говорю, там был вайп, нахуй. Я тебе стопудово говорю. Это самое. Нет, похуй, я кольцо давайте покупаю. Кольцо? Давай, 100к, нахуй. Покупаешь? Мысли, блядь. Так, давай. Да ты давай, роль его, алё, нахуй. 100к, блядь. Миллион, нахуй. Сейчас. Миллион, блядь. Короче, вот эту БЕшку сейчас ролим. Единственное, которое выпало. Кидайте ролл. Мысли. Ебать, тут я понял. Один, давайте. 97 кинул. Бля, дайте танк. А, танк, кольцо падлы. Чисто ну. С кидаловыми пошел, даже у которых кольцо сролить не могу. Я хуею. Так, МР-бонд. Давай обмен. А, да, они через недельку-другую они будут стоить, я думаю, нихуя. Через их уже можешь подольше. Их за один день уже этих боешек по 20 штук, блядь, на аукционе лежит. Что будет через неделю, блядь. Короче, это самое. Ну, я думаю, завтра часов в 9 попробую пособирать желающих на Синдурбича. Это, Войт, если что, пиши мне прям в Дискорд, звони там. Ага. Ну, если там джанка не будет, может, кого-то другого найдем там, я не знаю. Какого-то другого танка. Это утром ты 9 говоришь? 9 утра, конечно. Конечно. Ну это же ДВшные ребята сейчас сидят. Ну а на сегодня все, блядь. Синдра лич осталось, так что. Можно все пронести было, но нужно прям знать тактику нормально, чтобы не было такого там, что, блядь, объяснять, там можно стоять. Вот. Капитан, если будешь типа на допроносе, заранее поинтересуйся тактикой на Синдру, на лича, посмотри, там что-то почитай. Чтоб ты представление имел. Ну и все, блять. Ну а так, там еще какие-то дни, если у кого-то персы твинки есть, может, буду писать в действительном объявлении, еще буду собирать ссылка. Я надеюсь, этот атрибут официально, блядь, решит вопросы с вылетами, блядь. Не знаю, мы все надеемся. Че там, сильно тяжелые боссы? Да нет, все кроме Синдрилича, все нормально. А, ну короче, как и было.